Всем привет, друзья! И сегодня мы хотим вас удивить чем-то необычным. Но все, как обычно, ходят на пикник летом, чтобы посидеть вот на таком вот пледике, отдохнуть на пикничок. Но мы вышли зимой, 17 января 2021 года. Сейчас минус 10, и мы сейчас будем есть вот такой вот арбуз. Короче, пытался сохранить арбуз где-то, наверное, с сентября месяца. Он лежал у меня дома, я хотел на Новый год его сохранить. Елка упала у нас. Хотел Новый год сохранить, но Новый год, знаете, там оливье, всякое такое, винегреты, холодцы. В общем, короче, мы решили вот именно сегодня его выйти сюда. Вот такое. Сегодня 17-е. Мы решили сегодня выйти и попробовать разрезать, посмотреть, что у нас тут будет с этим арбузом. Где наш нож? Сейчас мы. Блин, интересно самому. Он довольно плотненький, то есть можно видеть не. Нигде не испортился, ничего. Но на самом деле это очень интересно, что из этого получится. Давайте смотреть. Арбузу 4 месяца. Полива. Да. Ну, хруста нет, но знаешь, не мягкий такой. Небольшой есть хруст. Блин, он даже обмерзает сразу. Капец. Представь. Ну да, он, конечно, мягковатый. Да, я занесу. Пахнет арбузом. Пахнет арбузом. Это пахнет вкусно. Давай еще часть срежем вот эту. Ну да, конечно, он такой не совсем. Да. Надо попробовать. Да, мне стрёмно, Валера. Знаешь, он... Он типа сладкий, но, блин, он мягкий. А так прям как арбуз по вкусу. Ну, только единственное, что, конечно, здесь он пропал. Ну что, друзья, мой опыт, конечно, не совсем удачный. Можно посмотреть, что у нас получилось. Сейчас мы еще его вот так вот разрежем. Ну, как видите, арбуз, к сожалению, не совсем получился. Ну это тебе, Артём. Спасибо. А это мне. И что, друзья, приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот такой арбуз. Ну, короче, опыт неудачный. Но согласитесь, это было нестандартно. Прийти на ставок, на такое замерзшее озеро, в 10-градусный мороз, разрезать арбуз и попытаться его съесть. С Новым годом. Ну... Чем-то он похож на арбуз. Знаешь, я думал, он будет лучше выглядеть. Тут только можно вот эту часть есть. Это то, что ты не любишь обычно, знаешь, оставляешь. Артём ждет, Артём, друзья, ждет, чтобы выплюнуть арбуз. Поэтому он замер в таком положении. Ну такой, да. Ну а сейчас, друзья, мы провели вот так вот время, пока Артём плюется арбузом. Мы сейчас пойдем, возьмем, наверное, саночки или что-нибудь, это покатаемся, погуляем. Просто отдохнем вот так вот немножко. Хорошо плед, тепло, кстати, хотя и на льду. О, знаешь, надо, короче, сейчас кипку отрезать и типа для видео, для фото. Понял? Где твоя? Интересно, он такой цвет, конечно, неприятный. Да-да. А ты еще хотел сохранить его? А сейчас сфоткай нас, Валь. Конечно, хотелось покрасивее какую-то скипку найти.